Дай бинокль. Кто, сын? Он самый. Кто же еще? Еще попадетесь. А вот и не попадемся. Ты сегодня уезжаешь. Где тебя носит, горе мое? Скоро отец придет, а у нас смотри. Ничего не уложено. Помоги. Иди сюда, мышонок. Нам без тебя не справиться. Ну, ну вот и все. Фух, присмотри за Олей. А я к соседке быстро сбегаю, ладно? Ну и уеду, ну и пусть. Больно вы мне нужны. Мама тебе велела за мной приглядывать, а ты приглядываешь в окошко. Отстань. Я все маме скажу, горе мое. Тебе хочется переезжать сюда, Ольга? Мы все переезжаем, я тоже. Хорошо быть маленьким ребенком. Ну что ж, пишите, приезжайте. Пойдем, моя хорошая. Снится нам не рукотка с мадрука. А ну-ка, иди ко мне. Опа. Так, остановись. На память, спасибо. Ты пиши нам, Юрка. Буду писать. А вы как? Юрка, от винта. Оп. Все, пишите, девочки. Давай. Не забывайте. Привет, я на составе передавать врачу. Пишите, а то ведь как бывает. Вот и все, друзья. Кончилась наша северная жизнь. Ну что с тобой? Высота полета 8500 метров. Общая протяженность трассы. Да не поменяться ли нам местами, молодой человек? А вы как? Не будете глядеть в окошко? Я это уже видел. Рейс выполняет экипаж Северного управления авиации. Командир корабля, пилот первого класса, Полушкин Александр Николаевич. Жалко, уже земли не видно. Не горюй. Еще насмотришься. Нам лететь долго. А нам скучно не будет? Спасибо. Давай знакомиться. Яскевич Юрий Алексеевич. Дядя Миша. Кстати, вот, погляди на моего тезку. Давай-ка изучим его возможности. Можно потрогать? Вот не люблю я этого зверя. Нагляделся на него в тайге. Несимпатичный парень. Очень даже симпатичный. Не? Ну, это еще куда не шло. Нравится? Вот и бери его себе. Ну, совсем? Тоже сделай такую милость. Да, я вижу, вы серьезные путешественники. В отпуск едете?
Что вы, дядя Миша, мы на новое место службы перебираемся. Мы по пограничнику. Мы в Белоруссию едем. Только не в городе будем жить, а в лесу, на погранзаставе. Мой папа там командование примет. Я когда вырасту, тоже командиром буду. Я уже много военных хитростей знаю. Хотите, расскажу? Не надо. Очень я сомневаюсь, что ты командиром будешь. Почему? Болтуны командирами не бывают. Ой, что я наделала? Но я больше не буду. Я не подумала. А это уж совсем не годится. Думать, брат, наша с тобой первейшая обязанность. Нашему народу цены нет. Никакой электроники. Мать, смотри, одна голая механика. И руками двигает. Музейная вещь. Музейная. Ну чему ты радуешься? У тебя ж сын охламоном растет. Как ты мог такую дорогую игрушку взять у совершенно незнакомого человека? Давай, давай, воспитывай, мать. Пока время свободное. Я не брал. Он мне сам дал. Сам дал. Понимать же надо. Взрослый уже. Большой не понимает. Попугаха. Юра. Пап, ты рад, что мы сюда приехали? Рад. Как же не рад? Это моя родина. Родина. Здесь моря совсем нет, и тундра не такая. А меня в окошко будут показывать. Бабушку помнишь? Немножко помню. А ну, скоренько смотрите, вон наша бабушка стоит. Бабушка, смотри, бабушка! Бабушка, бабушка, бабушка! Почему мы здесь не слезли? Да тут поезд не останавливается, Оль. Вот так. Наша бабушка через окошко со всеми родными видится. Маш, ну перестань. Возьму отпуск и обязательно съездим к твоим и к моим. Квартира хорошая, я довольна. И мебель в хорошем состоянии. Ну и слава богу. Все ближе к родителям. Здрасте. Здравствуй, мой Юра. Снова комариное царство, правда? Надоело? Ну что ж. А школа-то хоть здесь близко? В деревне, 3 километра, 8-летка. Ой, бедный мальчик. Отдохни хоть капельку, там золотую сабельку. Только усни скорее, сынок, не угомонный мой сверчок. Не угомонный мой сверчок. Чего уставился? Как тебя зовут? Меня товарищ Петров. А тебя как? Он нас невоспитанный. Просто охламон. Ты с ним не водись. Больно мне надо. Тетя, а где у вас тут большие мальчики играют? Да вот он весь наш гарнизон. Товарищ Петров да Аленка моя в коляске. Куда меня привезли?
Тут больших ребят совсем нету. Потерпи, сынок, скоро в школу. Пока школы нет, я так и буду один жить. А нас ты не считаешь. Отправьте меня обратно к Кешке и Славику. Ну-ка, Дункан, отгадай. Плачет парень или смеется? Ну так как, Дункан? Что, думаешь, плачет? Ну, вовсе я и не плачу. Ну, поверим тебе на первый раз. А ведь я тебя знаю, ты сын нашего нового командира, да? А зовут тебя... Сейчас отгадаем. Как? А, Евстюгней. И не так. Не так? Конфуз получается, Дункан. Значит, Сосипатр? Зовут меня Юрка. Юрка. Редкое имя. Смирна? Товарищ Юрка, сын командира. Ефрейтор Шахназаров выполнил боевое задание и возвращается на заставу. Больно. А в народе зовут меня Шах. Просто, коротко и красиво. Верно? Ага. Что значит ага? Не ага, так точно? Ну? Так точно. Держи. Так. Угу. Начали. Оп! Здорово, как в цирке. А, учись, братишка, человеком станешь. А, держи его! Ну что, хороший пес? Пограничный? И пограничный тоже. Овчарка, брат, где только службу не несет. Хочешь, бери на воспитание? А можно? Бери, пока не передумал. Давай поменяемся ёжика на собаку. Отвяжись ты со своим ёжиком. Спасибо, мать. Ох, начальство скоро приезжает. Боюсь, намылит мне шею. За что? Ты вчера только принял заставу. Ну, я принял. Мне отвечать? К нам будешь изредка хоть заглядывать? Маш, ну все же рядом. Не вешайте нос, северяне. Мам, почему это Юрке все дарит? Да мишку подарили, и собаку подарили. А мне никто ничего не дарит. Почему? А ты товарища Петрова попроси. Он тебе ежа подарит. А чё ежа? Он годится. А это уже последнее дело. Из зависти плакать. Ну что ты напустился на ребёнка? Пойдём, моё солнышко. Ручки вымой. Просто и спать пора. Шах! Шах! Привыкает? Привыкает. Хочешь со мной? Пошли. Так, позвольте представить. Рядовой Ваня Чиж. Каптен Армус. Поэт. Угу. Художник. Угу. Сапожник. Угу. Паганини. Угу. Угу. Вань, сообрази нам что-нибудь вкусненького. Ну что, Юр, нравятся тебе эти звери? Ага. О, какие красавцы. Во, вот это мой, Рекс. Ну что, хочешь есть? Пойдем ему еду готовить. Он только из моих рук берет. Видишь, брат, какое дело. Мечтал я стать моряком. А стал пограничником. И ты знаешь, не жалею. Ну чё сидишь? Чё сидишь? Бери нож. Картошку, давай. Я не умею. Быть того не может. Ты чё, никогда картошку не ел? Ел. Ну, что, нечищенную? Это как нечищенную? Ну, в мундире. В каком мундире? У нас мама чистит. Нет, Юрка, вот это как раз не дело. Мужчина, брат, он должен все уметь. А солдат? В два раза больше. Ну давай, гляди, картошка, нож. Берем. Оп. Оп. Во.
Вуаля, что по-французски означает «вот». Воля, как говорят французы. Они вкусные несу. Мама лучше готовит. Сравнил. Вот у нас повар, знаешь, как готовит? Во! А я по домашней пище соскучился. Хотя, когда я ее ел, уже и не помню. Вначале дом, потом техникум, а теперь вот тут. А ты откуда? Меня совсем маленького. Из Ташкента эвакуировали, ну, после землетрясения. А детдом был на Урале. Вон там ты грязь оставил. Протри-ка. Ага. Хороший ты парень, Йорка. Когда не хнычешь. Мужчине, брат, стыдно по пустякам слезы лить. Понял? Понял. Ну, раз понял, молодец. Пойдем продолжим твое образование. Дунка! Кое-что покажу. Ты, Юра, попал на героическую заставу. Давно. Тогда ни мамы, ни товарища капитана, папы твоего, еще не было на свете. Здесь началась война. Знаю, с фашистами. Да, с фашистами. Вот это был ДОТ. Отсюда стреляли? Да, отсюда вели огонь пограничники. И вот здесь... Все они полегли в то утро. Что, трудно быть пограничником? Нелегко, Юр. Товарищ старший прапорщик, пограничный наряд в составе ефрейтора Шахназарова, рядового Севавола и рядового Сергеева с охраны государственной границы Союза Советских Социалистических Республик прибыл. За время несения службы признаков нарушения государственной границы не обнаружены. Старший наряда ефрейтор Шахназаров. Вольно. Отдыхайте. Шах, мы куда? Не кричи, своих разбудишь. По грибы со мной пойдешь? Я сейчас. Искупаемся, Юр. Ничего не брр. Давай. Давай, Юр, вода как парное молоко. Давай. Шах, я не боюсь. Я уже прыгаю. Оп! Вот так. Вот так поплыли. Поплыли. Ну-ну-ну. Гриб, Юрка. Растение, о, семейное. Гляди. Видишь, как растут вдвоем. Представляешь? Не человек, а растение. А тоже одиночество не любит. Шах, смотри, какой здоровый!
сюда, скорее! Ты чего? Да змея, под коряк. Я не испугался. Я как дам палкой, только немножечко не попал. Мы ее прикокнем. Подними коряк. Фу. Че это мы ее должны кокать? Так змея же. Под этой? Ага. Ты человек, она змея. Вон дятел работает, бабочка летает. Смотри, какой красавец. Так что же мы возьмем палку и будем всех кокать. И Дункана тоже. Змеи всегда убивают. Ну и дураки убивают. И не только змей. Запомни, Юр, человек вообще никого убивать не должен. Всякую жизнь, брат, уважать надо. Ведь другой-то ни у тебя, ни у меня, ни у этой змейки не будет. Так она же ядовитая. Про радикулит слыхал? Жестокая, брат, болезнь. Каждый, кто ею заболеет, ходит, знаешь как? Так вот. А как вылечиться? Способ один. Змеиным ядом. А ты говоришь, гадюка? Стоп. Подтянись. Сам товарищ лейтенант Петров смотрит на нас. Алексей Павлович. Ну? Ваш-то обживается. Шагом марш. Мы по грибы ходили. Через окошко? Ага. Не ага, так точно. Так точно. Баградзе, принимай дары природы. Вах, 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 замечательный суп будет. Мальчика тоже в лопухах нашел. Это что еще за гражданская личность? Это Юрка, сын командира. Вон сколько грибов принес. Добавка к солдатскому обеду. Так точно. Дельно. Ефрейтор Баградзе. Я. Ну, раз парень проявил такую инициативу, накормить его отменным солдатским обедом. Есть. Рядовой Чиж. Я. У нас в коптерке по размеру беретка найдется. Так точно. Выдать сыну командира. Есть. И чтоб я его на плацу с голой головой больше не видел. Пойдем, дорогой, угощу на славу. А шо? А мне, Юрка, спать положено. Был в ночном дозоре, так что сам понимаешь. Кушай, дорогой. Где тебя носит, горе мое? Завтрак остыл. 20 раз вам греть. Я не буду, я в столовую поел. Да не буду же я! Меня по приказу накормили. А мой приказ такой. Вернусь, чтоб все было съедено. Трудно с женщинами разговаривать. Как это папа с ними ладит? Марекс, покушать домашнего. Oh!
ничего не понимаю. Что с Рексом? Не знаю. Пойду Шаха разбужу. Смотри. Ясно. Ну дает. Вылезай. Представь себе, пришел чужой человек, нарушитель границы. Сунул собаке отравленный кусок, она и лапы кверху. Предупреждал же, она только от меня еду возьмет. Нет. Сунулся со своими котлетами. Ну, они же не отравленные. Их мама жарила. Я хотел домашнего ему, вкусненького. Нехорошо получается, Юра. Нечестно. Он же теперь всю ночь волноваться будет. Какая теперь служба, когда перед глазами твои вкусные котлеты? Ох, и подвел же ты меня, Юра. Не хнычь, натворил, отвечай. В общем так, объявляю тебе сутки домашнего ареста. Из дома, чтоб ни ногой. И до завтрашнего дня ты мне не друг. Извини, не могу тебя видеть. Забирай свои котлеты и топай отсюда. Концерт «Оба шверные сябры» в 16:38. Радиостанция «Юнацтва» в 17:15. Рабочая газета у 18:01. У 19:31 передача «Вечерние озорницы». Информационная программа «День нашего...» Что это с ним? У 20:01. Не знаю. Сначала есть отказался, а потом 6 котлет упало. Растет. Так. Опа. А ну-ка, батька нам приехал, командир отряда. У нас не доделок уйма. Точно намылит мне шею. Сейчас к нам придет смотреть, как обживаемся. Ты уж организуй на случай внимания, хорошо? Да, и грибочки в лесу? Да, молодцы. Посолить даже успели. А устроились хорошо. Да. И довольно быстро. Ну что делать, в авральном порядке. Ну да. Тетя, вы этим мыльцем будете папе мылить шею? Выдал отца. Это тебе, товарищ капитан, наука на будущее. Не будешь вести дома служебные разговоры. Ой! Черт! Радикулит проклятый. Замучил. Где я эту дрянь подцепил? Хотите, я вас вылечу? Каким образом? Я вам завтра змею поймаю. Ну, Яскевич, и детки у тебя. Ой! Юрка, пойдешь со мной на границу? Ура! Ой, я не могу. Я под домашним арестом. Кто тебя арестовал? Шахназаров. А ну тогда отбывай свой срок. А на сколько, говоришь, тебя арестовали? На сутки. Ну, сутки уже прошли. Бери свою амуницию и пошли. Зачем это? Да. Мы с тобой только на морской границе были, без КСП. Это, Юр, если нарушитель с той стороны захочет перейти, он обязательно пересечет полосу, пойдет и след оставит. Даже птица сядет, все равно след останется. А нарушитель схватят? Обязательно. А вот тут, Юр, ходят пограничники.
И шах тоже? И шах тоже. Здорово. Я когда вырасту, тоже буду пограничником. Как ты и шах. Я точно сутки отсидел, только после обеда вышел. Ну и куда это ты вышел? Мы с папой на границу ходили. А вы как стоите, рядовой Искевич? А как стоять? Пятки вместе, носки врозь, грудь вперед, грудь, а не живот. Так, налево. Шагом. Марш. Два. 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 Стой. Раз. Вот так вот. Направо. О. А теперь с левой ноги. Шагом. Марш. Два. 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 Тренируйтесь, чижики. Что делать? Ну, тренируйтесь, тренируйтесь. Два. Два. Стой. Раз. Два. Направо. Шагом. Марш. Вот родителям-то радость. Мы-то своих по телевизору не увидим. Растут, как трава. Вернулся, сынок. Мой руки, сейчас будем ужинать. Мам, можно я не хочу? Я устал. Я с шахом спортивной подготовкой занимался, потому что... Ах, ты мой солдатик. Бедняга ты мой. Так точно. Сейчас же все убери, а то до школы не доживет. Мама, октябрьская звездочка, я свои кешки отдал. А что ж ты раньше не предупредил? Прикажешь сейчас из-за твоей звездочки опять в город ехать? Как же я без звездочки в школу пойду? Все будут со звездочками, а я как дурак без нее. А у тебя вон, наберите звездочка, с ней и ходи. Папа, пароход. Папа по морю плывет. Папа, пароход. Папа по морю плывет. Юрка, тебя солдаты приняли, да? Да отстань ты от меня! Что ж ты, Витя, без штанов-то? Тут же дамы. А, руки грязные. Мыть надо. Давай. Шах, ты что? Шах, ты обиделся? Шах, подожди! Шах, не обижайся! Шах! Шах, подожди! Шах, я все понял. Маленьких обижать нельзя. Я только немножечко забыл.
Не что, опять под арест идти. Ладно, раз вину понял, все забыто. У меня сейчас увольнительные, пойдешь со мной в деревню. Как раз почту захватим, отца предупреди. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Доблестным работникам связи наше громкое ура. На гауптвахте сидел. Что значит на гауптвахте? У нас и нет такой. 5 раз Байков заходил, а тебя все нет и нет. Ты что, скучала? Вот еще. Ой, какого ты солдатика хорошенького привел. Ну-ка, иди сюда. Я тебе угощу кое-чем. На-ка. Я сладкого не ем. Ну, вот это ты совсем напрасно. Тебе письмо пришло. Таким красивым почерком написано. От директора детдома. А я думала, от невесты. Таковой нету. Тань, а тебе часто письма пишут, да? Никогда. Подружки все рядом. Ну, а может, в армии кто? А? Никого. Если только ты мне напишешь. Напишу. Свободно. Шах, мы не опоздаем? Извини, Таня, у нас есть еще тут одно важное государственное дело. Так что до встречи и жди писем. Шах, ты мне все-таки дай одну конфетку. Не дам. В следующий раз не будешь манерничать. Смотри-ка, международный кинофестиваль. Купим, а? Тетенька, у вас есть октябрятская звездочка? Пока нет. После 1 сентября зайдешь. Приближается к воротам, тут защита, обоит, как это делал Филе, хоп, и еще гол. Вот и здорово, а так можешь? Ня. Влип я тут с вами, братцы-кролики. Слушай, а че это автобус так долго нет? Теперь только будет вечером, дневной уже ушел. А? Юка, наше дело табак. Ты что, сын полка? Я сын командира. Ребят, выручайте, у нас звездочки октябрятской нету. А скоро в школу идти. У меня есть. Принести? Давай, друг, давай. Выручай бедных самовольщиков. Прибавь газу. Паренька твоего совсем сморило. Да, притомился. А я сам с осени в дембеле.
На Урале служил. Женат? Есть такое дело. Слушай, друг, есть тут одна девушка, так у меня с ней все какая-то ерунда получается. Не клеится, что ли? Я. А у меня тоже поначалу не клеилось. Ну и что? Стихами взял. Прям за баранкой сочинял, пока не врезался. Врезался? Нет, стихами не пойдет. Чего не умею, того не умею. Ша, я тебе помогу. Знаешь, как я хорошо стихи сочиняю? Ну что, допрыгался, Чижик? Что делать-то? Отвечать. Иди, капитан ждет. Есть. Отвечать. Товарищ капитан, ефрейтор Шах Назаров из увольнения прибыл. Доложите, где вы были. Ну? Ефрейтор Шах Назаров, вы опоздали из увольнения на целых 3 часа. Объявляю вам строгий выговор. Есть строгий выговор. Идите. Есть. Куда бежишь? За друга заступаться хочешь? Дядя Баграт, пустите. Мне с папой поговорить надо. Мы с Шахом за Октябрятской звездочкой ездили. Слушай, дорогой, твой друг мужчина. Мужчина. Если мужчина русский язык знает? Знает. Знает. Зачем молчал? Сейчас не надо. Думать надо. Слушай, Юр, ты мне про стихи обещал, помнишь? А тебе про что надо? Ну, предположим, про любовь. Да, хотя что ты о ней знаешь? Я все знаю. Я телевизор смотрю. По телевизору все про любовь. А зачем тебе это? А? Для стен газеты. Для стен газеты? Давай ручку. Пиши. Ну как? Получается? Получается. Слушай. Ну давай. Люблю я. Ну, хорошо, хорошо. Бабушкины пышки. А? А дедушкины кедровые шишки. Это речь, понял? Угу. Слушай дальше. А если заболею, мед с молоком, не выпью ни капли, буду дураком. Ну как? Что-то не очень. А у тебя что? У меня тоже не очень. Твои глаза, как бирюза. Как тра-та-та твои глаза. Слушай, давай поищем рифму. Наза. Пи, пожалуйста. Коза. Стрекоза. Тормоза. Да, ни в какие ворота. Но я чувствую, мы с тобой оба не Пушкины. Не Пушкины? Погоди, здесь. Дункан! Дункан! Ищи рифму наза. Ну? На, полистай, тут все про крейсер «Варяг». А я пока по стихам пройдусь. А, Пушкин, это тебе, брат, не то, что некоторые. Это, знаешь, голова. Так, буря мглой небо кроет. 53 не годится. Так, я вас. 68. А, я вас любил так искренне, так нежно, когда я вам Бог, любимый, быть другим. А? Стоп, а почему другим? А?
Ну да. Но это так и получается, как будто я хочу, чтобы ее еще кто-то любил, кроме меня. А мы переделаем. Угу. Давай. Значит так. Ну, во-первых, я вас люблю. Потому что сейчас вот так искренне, так нежно. Ага. Не дай вам Бог, любимый, быть другим. М? А? Как? Честно? Ты как будто убить кого-то хочешь. Как-то убить? Не дай вам. Шах, а кого ты любишь? Ну, я же сказал, одного очень хорошего человека. А вообще, ты знаешь, я много чего люблю. Ну, вот этот лес, небо, тебя люблю и радуюсь. Знаешь, чему? Чему? Потому что родился на свет человеком. А не букашкой какой-нибудь. Что я сознательно живу, могу все видеть. Понимать. Вот. Стихи Пушкина читать. Папа, ты очень занят. Я тебе нужен? Папа, ты неправильно Шаха наказал. Он не виноват. Рядовой Искевич, приказы командования не обсуждаются. Зарубите себе это на носу. Товарищ капитан, вы неправильно поступили. Несправедливо. Мужики, что вы там не поделили? Господи, квартиру жгут. Это я Дункану суп варю. Юр, Шах твой друг, я все понимаю. Но дисциплина одна для всех. Если я его прощу, другие скажут, почему одному можно, другому нельзя. Но где тут справедливость? Кому нельзя? Ну, Шах вошел в мое положение. У меня не было звездочки. Мама! Да? А бывает так. Двое хороших людей поспорили. Один прав, и другой прав. Бывает? Бывает, сынок. Какая все-таки она сложная жизнь. Мама, давай скорее сиду! Ну зачем тебе, горе мое? Комиссия приезжает, у меня звездочка не начищена. И тебя проверять будут. А как же? Комиссия приезжает, Юрке шею мыть. У него звездочка не начищена. Товарищ полковник, застава для проведения строевого осмотра построена. Начальник заставы, капитан Яскевич. Рядовой Искевич, есть твоя служебная собака. Дункан, вот. А как вас зовут, рядовой Искевич? Юрка. Очень приятно. Будем знакомы, полковник Волошин. Иван Сергеевич. Thank you.
здорово им тяжело. Нелегко, Юрка. Зато смотри, как хорошо выполняют. Только вот один всю картину портит. Дядя Чир! Да не услышит он, Юрка. Шах, Шах, что же ты? Ведь проиграешь. Правильно делает. Зачет не лишний по всему наряду. Здорово ты бежал. Мог бы первым прийти. Мог. А я бы тогда не дошел. Сил у меня не хватило. Юра. Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Вид наряда. Дозор. Слушает. Шахназаров ранен. Тревожный в ружье. Внимание! Всем, у кого вторая группа крови. Шаг вперед. Шагом. Марш. Товарищи, как вам уже известно, сегодня ночью при задержании нарушителя тяжело ранен ефрейтор Шахназаров. Он сейчас не в госпитале, а в районной больнице, и ему срочно нужна кровь. Поедут добровольцы. Кто желает сдать кровь для спасения жизни товарища, прошу выйти из строя. Спасибо. Ну что ж, тогда выберем богатырей. Старший сержант Шевченко. Я. Ефрейтор Баградзе. Я. Рядовой Сивовол. Я. В машине. Есть. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Да. У меня четвертая, редкая. Может пригодиться? Отставить. У меня очень много. Отставить. Рядовой Волков, в машине. Есть. Папа, я все знаю. Возьми меня с собой сдавать кровь. Папа! Извини, сын, если еще раз понадобится кровь, поедешь непременно. Тебе чего? Товарищ главный прапорщик, позвоните в больницу. Позовите главного врача. Дядя Володя, позвоните. Больница? Здравствуйте. Застава вас беспокоит. Главного врача, будьте любезны. У вас там наш солдат находится. Как он себя чувствует?
Держится. Ну, спасибо. Ну вот видишь, Юрка, держится наш шах. Почему вы говорили, а трубка молчала? Как это молчала? Я ее просто крепко к уху прижал. Вот ты ничего не слышал. Молчала. Молчала трубка. Пап, позвони в больницу. Пап, миленький, позвони. Это можно. Павел Афанасьевич, это вы? Здравствуйте. Как там наш Шахназаров? Полегчало? Большое спасибо. И у тебя трубка молчала. Как вам не стыдно? Прапорщик обманывал. И ты. Извини. Не хотелось тебя огорчать. Помочь мы ему сейчас ничем не можем. Надо ждать. Ждать. Он не выживет, да? Может, он умирает сейчас. Дядя Волков, а вы куда едете? В больницу. Я с вами. К нему нельзя. К нему никого не пускают. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, товарищ капитан. Ну, как там наш Шахназаров? Пока плохо. А может, его перевести в город? Не думаю. Транспортировка для него сейчас нежелательна. Крайне нежелательна. Понятно. Ты кого ищешь, мальчик? Дешок, ефрейтор. Он в первый, только к нему нельзя. Но ведь я не посторонний. Ша, ты живой? Ша. Юрка. Ехал. Тебе плохо? Пить. Так нельзя мне. Шок, миленький, не умирай. Не реви. Не умру я. Юрка, меня, наверное, скоро увезут отсюда, переведут в другую часть. Таню увидишь? Привет. И ничего не говори, я сам. Я не скажу, только не переходи в другую часть. Ладно. Так. Это что здесь происходит? Что это за тип в грязных ботинках? Не тип. Это Юрка, сын командира. Мой друг. Ольга Семеновна, немедленно задержите машину с заставы и продезинфицируйте всю палату. Пойдем. Шах, я еще к тебе приеду. Пойдем, пойдем. Ты меня жди, Шах. А
А, солдатик наш явился. А почту вашу я уже отдала. Таня, он мне не велел говорить, но я скажу. Ему очень плохо, он в больнице лежит, раненый. Ты к нему съезди, он тебя ждет, очень ждет. Как раненый? Солдатик, солдатик! Вот это да! Да. Товарищ капитан, Юрка на проводе. Сын, тебя. Алло. Юрка, это ты? Это я. Шах, здравствуй, ну как ты там? Законно уже прыгаю, а ты? Скоро в школу. Молодец, я скоро приеду. Шах! Ну, привет! Привет! С наградой тебя, с медалью! Да. Да, ерунда. Чего, палочку скоро выбросил? Когда в больнице? Как в больнице-то? Ну, рассказывай, рассказывай. А? Да! Ну, пошли, ребят. Ну, ладно. Нас тебя не перевели в другую часть? Не перевели. Приехал? Приехал. Проститься. Заставай с ребятами. С тобой. Увольняют меня из армии. Уеду на Урал. Мы же, кажется, договорились с тобой насчет влаги. Я не буду, Ша. А Таня? Ты видел Таню? Таня едет со мной. У тебя сильно болит нога? Побаливает. Но врачи сказали, ничего. Ходить больше надо. А когда совсем перестанет? Футбол играть. Юр, у меня времени совсем в обрез. Давай походим, поговорим. Давай. Идем? Рекс. До свидания, Рекс. Слушайся сержанта Шевченко. Дункан, Дункан. Ух ты, какой большой вымахал. Красивый пес. Ну. Ну, до свидания. Ты воспитай его, Юрка. Шах уезжает, а куда? Куда-нибудь, а куда? Какой ты бестолковый, я же тебе сказала, куда-нибудь. А куда? Ну, бывай. Пишите, ребят. Ну, Юра, пиши. Ваня. Дарю тебе на память альбом про варяга. Подожди, Ша, я тебе тоже кое-что подарю.
Смирно! Вольно. Товарищ капитан, ефрейтор Шахназаров. Младший сержант Шахназаров. Служу Советскому Союзу. Поздравляю вас. Ша! Ша! На, возьми. Да что ты, Юр? Юр, ему это не надо. Надо, папа. Ему врачи сказали футбол это. Возьми. Ну, раз надо, значит, надо. Спасибо, Юр. Дай руку. Крепче жми. О, молодец. Только я тебя прошу, Юра, учись хорошо и все такое. И запомни, ты уже почти солдат. И как бы ни было трудно, всю жизнь оставайся солдатом. Прощай, Юра. Товарищ капитан, товарищ лейтенант, товарищ старший прапорщик, дядя Володь, всего вам доброго.